Так, ну мы решили порыбачить с моим другом Русланом в этом прекрасном море. Что, Руслан, а тут, по-моему, не живет кракен? Не помню. Он же сейчас может просто вывести и убить. А вот он как раз и он. Вот гад, тут точно по расписанию. Испортил на всю рыбалку. Все. Моего друга больше нету. Нет. Я еще жив. Бу-бу-бу, как. Я кучу лет разрабатывал этого робота. Ну, чтоб спасать людей. И наконец-то его время пришло. Я залазил в него и иду убивать кракена. Пик. Все, я уже внутри. И в принципе тут нормально, хорошо даже. Только как вылезти теперь. Проблема большая. О, все. Yes. Нет. Рядом с тобой стрелять нельзя. Это же у меня реакторы. Реактор мне нужен, чтобы и что пожертвовать с собой. Да блин, не разбивается. И есть. Я спасу человечество от этих крекеров. Где это море? Босс, ты на связи? Да, я на связи. Это, кстати, мой босс. Его зовут Ахмед. Ахмед, у него есть друг. Мохаммед. Вон, кажется, кракен. Босс, я нашел какого-то маленького серенького. Это тот? Да нет. Это не тот. Нам нужен коричневый большой. Их получается их два всего было. Это самка, наверное. Самку убивать? Нет, просто глушать ее. Хорошо. И... И стрельни один раз. Да вы сказали же не глушить. Глушить сказал. Ну что? Щупальца хорошо. Теперь просто возьми и на ловил. Молодец. И выкидываю ее наружу. Выкидываю. Выкидываю. Синее. Чтоб она лежала. Выкидываю, она летит очень медленно. Она лежит на береге рядом. Я что правильно сделал? Да, ты что правильно сделал, молодец. А, вот он большой. Коричневый, да? Так, коричневый. Стреляй в него. Его не жалей. Вызрял. Я ему точно укол. Ну давай. Давай, смелее на меня. Ну давай, смелее. Получаю бошку.
Сейчас надо с ним сражаться. Вырубаем пилочку и погнали. Получай. Он очень огромный. Не хочу сражаться. А ты как думал? Что самец? Его ничто не возьмет. Как это ничто? Его нужно вот только его вырубить, его шипить. Мать моя, лучше его шипим. Ну если я еще выживу. Он меня толкает. Мне сейчас нанесет, наверное, удар по реактору. Все, у меня робот обездвижен полностью. Как обездвижен. Все, вся энергия ушла. Я только могу ногами шевелить. Опа, все, я опять и включился. Я включаю режим супер-робота. Иди сюда. У меня сейчас взорвется через 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, перестала. Иди сюда. Я тебя выманю на сушу. Он уплывает. Ага, иди сюда. Я тебе сейчас убью. Хотя я тяжелый, но все равно сильный. Ну, сдавайся. У тебя тут что-то немного. Он меня просто толкнул. Он пытается свою самочку спасти. Спас свою самку. Что это плохо? Конечно, плохо. Просто победить двух кракенов — это проблема не легких. Смотри, самку не убей. Убьешь самку, убью сам тебя. Понял, понял. Я, наверное, пожертвую свою жизнь, чтобы убить этого гигантского. Ты их не убьешь, ты их просто вырубишь. Ну хоть вырубь их. Давай, давай, давай. Давайте. Давайте, молодцы. Я подплываю вот так, чтобы удар прошел. Раз, два, три, я взрываю. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Драгон. Всем пока-пока.